Всем еще раз привет. Только что ходил к тете Нине, купил яйца. Да, ребят, у меня 78 кур, и я только что купил яйца у тети Нины. Купил я их, чтобы подложить под курочку. У тети Нины, с яиц тети Нининых получаются разные, там, хохлатые, чубатые и пушистые курочки. И мне такие курочки очень-очень нравятся. Вот ведро с 22 яйцами. А еще, на самом деле, я их купил, потому что мои куры на самом деле не несутся сейчас. Я не знаю, много кур лысых, и они не хотят нестись. Так что, ну вот прям все линяют, прям вот вылазит с них перо. А когда куры линяют, то они не несутся. Поэтому я сейчас собираю всего там по десятку яиц. Я не знаю, сколько сегодня нанесли. Штук, наверное, 10, как и вчера. А ну. Да, вот 2. Вот 3. Сейчас. Вот сидит пушиночка. И как раз вот ей нужно сейчас подложить яйцо. Я уже говорил, что я подложу ей яйцо. И второй курочке, которая вывела, которых, ну, то есть цыплят, которых я отдал всех красненькой курочке. Ну вот сколько, не знаю, 2, 3, это сколько? 5, 4, это 9, вот 3, 10, 1, 12, 13, 4, 15. Под тобой нету? Нету, 15 штук. Сейчас я их все соберу. Ребят, аккуратненько. 15, а вот 2. Это великолепное место для яйца, чтобы снести. Я не знаю, почему оно там лежит. Молодцы. Ну, пусть тут и лежат. Мне нужно их просветить. Я не пойму. Что-то с курочкой, наверное, с головой. И оно снесло не туда, куда надо. Получается 15, с теми 17. И 22 я взял. 15 и 22, 37, и эти 2. Нет, я их не буду брать, я их просвечу. Если они хорошие, я их потом покладу. Но эти все вроде ничего такие. Сейчас распределим яйца по гнездам, а потом приду, заберу пушинку. Так, ага, вот тут еще и тут. Вот так, ну, позорище, конечно, вам, курочки. Что это за яйцекладка? Из 15, а с этими 17, 17 яиц за день. С ума сойти можно. Вот такие дела. Ну, на двоих хватит. Вот так, все. Сейчас гнездо рыженькой курочки я выкинул, вытрусил. Сейчас положу новой соломки, потому что тут много было скорлупы и много пуха. Пусть пушинка. Так, а вы что гуляете? Идите в дом. А вообще-то погуляйте. Сейчас начнете орать, как проклятые. Вот так. Вот, здесь у меня стоит тюк соломы. Я сейчас его и намощу вот в этот уголок. Так как эта курочка будет сидеть второй срок, то есть 21 день она отсидела, вывела цыплят, то я их буду кормить не просто дробленкой, а вот стартовым комбикормом для цыплят. Для цыплят мясоичных линий, поэтому для нее это будет нормально, потому что все равно она потеряла в весе, а ей нужно еще сидеть 21 день. Так что пусть кушает. Вот так. Положу ей 19 яиц. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И потом, когда выведутся у нее цыплята, опять я всех у нее заберу и дам пушинки. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот, 19 это такое огромное количество яиц. А ну давай приподнимись. Оп, оп, давай. О. Вот, начинай работать
по-новому. Вот, теперь она, мамулька, такая уже более опытная. Так, что-то она нагадила прям себе в этот. Цыплята лупились, она, скорее всего, не вставала, хотя зуб у нее не пустой, то есть корм накормлен. А еще вы спрашивали, проколол ли я железом и дал от коксидиоза ли тютениным поросятам маленьким. Да, ребята, и железо поставил, от коксидиоза дал, так что не переживайте, все нормально, поросята не поносят. И... Но очень-очень отстали, конечно, мои, которые со свинкой, больше просто в разы. Мне кажется, те вообще не увеличились ни на грамм. Но когда они станут немножко постарше и будут кушать больше, то тогда они поправятся. В общем, сейчас намощу сюда гнездо, ну, потом продолжим. Ну, вот так получилось гнездо. Сейчас возьму на земле более мелкого немножко. Вот так. Пыльное, конечно, немножко, но ничего страшного. И все остальное яйцо покладу пушинки. Пушинка девка мелкая, поэтому ей яйца много давать не буду. Гуси уже пытаются заходить. Ой, как пыльно. Куда идешь? Ага, Света, испугались. 6, 8, 10, 12, 14. Ой, что я опять, наверное, насчитал, черти что. 5, 10, 15, 16, 18. Все, у пушинки будет 18 яиц. Ой. Всем привет. Привет. Пушинка села на яйцо, Ваню. Сейчас я ее пытаюсь посадить. А вы чем там занимаетесь? С ума сходите? Выходи. А где пушинка? Там, в гнезде сидит. Ты что весь мокрый? Облил ли тебя? Вы играете что-то? Что играете? Прошла валка? Да. Ну да. Ну все, ребят, пошли заберем пушинку. И еще вот хотел добавить, ребят. Пушинка — это курочка, которая уже сидела на яйцах, она водила очень много цыплят. Есть об этом очень много видео. Я несколько из них оставлю в описании. Я думаю, новые зрители могут зайти и посмотреть, сколько у нее было цыплят. И притом она их водила там же, где я сейчас ее буду садить. То есть у меня ничего не меняется с годами. Садятся те же самые куры, и мне это нравится, потому что я знаю, какие они мамаши и как они нянчат детей. Так что вот так. Ну, а вот сама пушинка, она девочка маленькая. Пошли. Да, пушистая курочка, идем. Крылышко поправляй. Она уже рассиделась отлично и уже кудахчет. Вот такая красивая девчулечка, да? Пушиночка, ты красоточка у нас, да? Прическа у нее уже не молодежная, а такая более старшей дамы. Коротко стриженная. Все, я думаю, она обрадуется такому количеству яиц. Она ручная, такая же, как и рыженькая курочка. Вот, смотрите, и сразу вообще без проблем пошла. И села, Вань, иди, тебя детки зовут. Ой-ой, поправляет сразу. Видите, какая умничка. Сася сейчас попереворачивает яйца. Так как ей надо. На хватит, ля-ля какая. Пушиночка. Садись. 18, я думаю, веревка какая-то. Ой. Эй. Это нехорошо, надо убрать еще. Завяжет ее себе на шею. Во. Вот это подложил. Соломки. Во. Все. Да хватит переворачивать. Садись. Да хватит. Работушка какая. Все, садись. Во. Садись, девочка, садись. Во. Вот такая красавица. Ну все, все, садись, молодец. Ой-ой-ой, все, у тебя будут детки, да? Помнишь прошлый год, помнишь? Давай.
садись, садись. Ой, давай, давай. Давай, садись. Скажи, надо покрутиться, помаститься, да? Пушиночка. Все, удачно тебе насижено. Она сидела около 7, а то, наверное, даже 10 дней впустую там на гнездах, потому что я... Ты что трусишься? Тебе холодно или страшно? Но это, конечно, не вот эта дрюха, а то это, конечно, мне вытрепало все нервы. Кому интересно, я оставлю ссылку и на это видео, как я ее садил на яйца. Это был вообще какой-то кошмар. Будешь? Будешь? О. Ну все, все. Все. Не буду ее нервировать. Что там вы бегаете? Что вы там бегаете? Туда-сюда. О. Ты пошел? Вань, перестань бегать, ты гусят пугаешь. Еще я вам хочу показать в этом видео мулардиков. Мамулька, ой, мулардов, ой, вот то сказанул. Не мулардов, а индийских бегунков. Вот здесь сидит уточка с индийскими бегунками, их здесь 8 штук. И вот сейчас они уже, конечно, ходят солдатиками. То есть они уже немножко подросли, выглядят смешно, уточка их нянчит. И они вот прячутся под нее, не знаю как. Видно вам или нет, но вот смотрите, они когда установятся, то сразу вот так, ой, наступило на малыша. Сразу вытягивают шейку и стоят такие прям солдаты. Красавчики. Жду не дождусь, когда они вырастут, чтобы выпустить их во двор. Это, конечно, будет что-то с чем-то, будет смешно. Ну и раз видео... Боже. Раз... Ну, Петька, тихо. Раз видео про наседок, то я думаю, покажу вам и вот эту. У нее 15 яиц. Нужно их провоскопировать. Она сидит отлично. И я не знаю, цыплят из-под этой курочки могу кому-нибудь продать. Да не ругайтесь вы. Ага. И вот этих тоже цыплят тоже могу продать. Смотрите, какие красавчики. Ой, а что? Один какой-то надутый. Эй. Ой, что-то с ним не так. Как мне надоели эти петухи все, которые находятся в доме. Только начинаешь разговаривать, они все начинают кричать. Вот что вы орете? Что вы орете? Тот разорался, как будто его убивают. Кто его трогает, никто не трогает. В дом зайдешь, тот кучерявый начинает орать. Эти вот хоть слава богу, вышли, гуляют. Вроде более-менее молчат. Ну вот так, ребят. В общем, сегодня 25 июля. И сегодня я посадил пушинку на яйца. Это получается, что 15, а то и 16 августа на мой день рождения будет вывод. Вот так. Вот такой будет подарочек мне от пушинки. Ну все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.